То есть вот эти датчики, у меня, например, стоит Альника Т500, то есть, ну, это, в принципе, металл. И альтернатива практически исключительно. Вот, а эти звучки, они другие. И сам, не знаю, само ощущение от этой гитары, что можно, то есть, не знаю, почему сегодня так это актуально, инди, но или было актуально когда-то, там, пару лет назад, но как бы вот это такой крутой инструмент и для инди, и, в принципе, для классик-рок, там, 60-е, 70-е годы, в принципе, там, от... Практически от Сантаны до Эл Ди Мюо, что-то такого планы. Спасибо. Не за что.